Мы находимся на выставке Household Experts, говорим с нашими экспонентами. Карина, расскажите, чем занимается ваша компания и что вы собираетесь показывать на рынке в 2019 году, чем собираетесь рынок удивлять? Мы приехали с Дальнего Востока, голова у нас находится в Хабаровске. В выставке мы участвуем впервые. Сюда мы привезли косметику BioAqua, известную в Азии, более чем в 50 странах мира она известна. Также очень популярна в России в интернете, в интернет-продажах. Также мы привезли бытовую химию Баймао, она известна под брендом «Белого кота». В Китае, если спросить у прохожего, какую бытовую химию приобрести, он всегда посоветует именно Баймао. Вот. Мы планируем далее участвовать в выставках московских, так как хотим выйти на западный рынок, войти в местные сети и, возможно, будем развивать собственную розницу здесь, в Москве и в регионах России, так как на данный момент у нас 25 розничных магазинов, самый дальний находится в Якутске, территориально на Дальнем Востоке. Вот. В 2019 году мы будем участвовать еще в выставке Интершарм, куда привезем только косметику, плюс еще дополнительные бренды из Кореи. Ну, конкретно будем развивать азиатское направление здесь, на Западе. Китайская бытовая химия отличается ли чем-то от российской бытовой химии? Мы разговаривали с достаточно большим количеством экспертов, которые говорили, что российская бытовая химия очень хорошего качества, она конкурентоспособна. Какое место занимает китайская бытовая химия с точки зрения качества? С точки зрения качества у нас сейчас стоит на первом месте. Мы постепенно вытесняем нашу продукцию известных мировых брендов на своих полках. Но это связано с условиями рынка, дальневосточного в том числе. Сейчас доля продаж, например, средств для мытья посуды именно китайских у нас составляет 15% из общих продаж средств для мытья посуды. Покупатели очень легко пересели на этот бренд, потому что у нас, в принципе, Азия там достаточно развита, пробовали много что. И по качеству наш Баймао ничем не уступает российским производителям, а даже лучше. Очень легко смывается водой, например, средство для мытья посуды. Сковородку после мытья легко поставить на огонь, она не будет этих ядовитых каких-то испарений. Что касается самого производителя, он находится в Гуанчжоу. У них очень много лабораторий, которые проверяют продукцию на качество, на взаимодействие с водой, с кожей человека. Сейчас у них огромная линейка производства средств для детской бытовой химии. То есть качеству мы абсолютно доверяем. Продукция сертифицированная, официально ввозится в Россию. Спасибо большое, не переключайтесь, скоро включение с новыми экспонентами.